Петя говорит, позавчера мне было 10 лет, а в следующем году мне исполнится 13 лет. Да? Я знаю. Позавчера ему было еще 10, значит, вчера ему было 11. Не обязательно, почему? Может, ему и вчера, или и вчера было 11. Вчера или сегодня ему было 11. Ну, наверное, да, и что? Сейчас нет, только вчера. Потому что позавчера было еще было 10, значит, вчера было 11. Он говорит, ну, может, сегодня... ему сегодня 11, а вчера еще было 10. Такое тоже возможно. Сейчас. Но не суть, это не самое главное. Он говорит, это если вчера, если вчера было 11, то он говорит, это 1 января. 1 января начало года. Ему в нынешнем году исполнится 12, а в следующем году исполнится 13. Если... Давайте так. Вы утверждаете, что весь разговор происходит 1 января? Я считаю, да. Но... Ну, то есть вы придумываете пример, поэтому имеете право. Здесь же вопрос такой, может ли это быть? И вы изобретаете пример, значит, это вы выбираете, да. Итак, разговор происходит 1 января. Дальше. Я считаю, что разговор состоялся 1 января. Если ему вчера было 11, тогда в этом году ему будет 12, а в следующем 13. Но если ему сегодня стало 11... Когда у него день рождения? У него 31 декабря. Итак, он родился 31 декабря. Позавчера было 10 лет. Это он говорит когда? Это он говорит... 1 января. Нет. Это он говорит 1 января. Да. Позавчера было 10 лет. Вчера, то есть 31 декабря, исполнилось 11. Да. Значит, на в этом следующий... году... В этом году ему уже начался Новый год. В этом году ему исполнится 12. Значит, в следующем году ему исполнится 13. Согласен? Да. Ну да, такое возможно. Хорошо. А может быть, это связано с високосным годом? Нет. Вот как Юля сказала, это объяснение вполне возможно и без високосного. Нет, ну, а других примеров нет к этой задаче? Например, високосный год, и у мальчика там не каждый год отмечают день рождения. Ну, нет, ну, не бывает такого, чтобы не каждый год отмечать день рождения. Если человек родился 29 февраля, то обычно как-то переносит все-таки. Ну, что, в 4 раза дольше жить, что ли, чтобы всем остальным? По этому поводу. Нет, ну, день рождения нельзя у детей. Нет, 4 раза отмечать реже. Нетушки. Отмечать реже мы не будем.